Сейчас на сцену выйдут самые юные участники нашего концерта. Они, конечно, волнуются и рассчитывают на ваши искренние аплодисменты. Ну, может быть, они и волнуются, но, несмотря на свой юный возраст, они уже серьезные участники на российской эстраде, полноправные. Финалистка проекта «Голос дети» Аня Егорова и театр танца «Ласточки». Встречайте. Сказать, что я люблю, с ветром за руку лучи нам ловлю. А хочешь, будешь спать, а я спою. Так близко над звездой мечту свою дарю. Небо раз с тобой полетать.